Каждое лето Сартаково превращается в фольклорную Мекку. Шумно и весело по всей округе. Еще бы, весть о «Хрустальном ключе» разнеслась не только по России, но и по разным странам. Здесь и Новосибирск, и Белоруссия, Бурятия, Казахстан, и даже экзотические Кот-д'Ивуар, Кения, Бенин, Гвинея, Индия и Вьетнам. А ведь еще 10 лет назад ни шума, ни песен здесь не было. Обычная глубинка. Это пример, когда на месте, где был один заброшенный источник, жители этой деревни, выходец отсюда, Владимир Николаевич, сумели вот это создать. Мы все эти годы были вместе. Это как раз эффект синергии, когда человек занимается своим краем. Не громкие слова, да, не любить в целом всю Россию, весь мир, а любить свою деревню, свой отчий дом. За родную деревню взялся Владимир Исаичев. Говорит, в сердце защемил, когда увидел заболоченный источник и унылую деревню. Началось все на голом энтузиазме. И вот результат. Очистили источник, построили храм и часовню. Ну и визитной карточкой стал фестиваль «Хрустальный ключ», на который возложены серьезные задачи. Цель-то наша какая? Именно возрождать и привлекать как можно больше и коллективов, и людей, зрителей, чтобы приобщались к нашей национальной культуре. И сегодня отрадно отметить, что очень много приезжает сюда молодежи на фестиваль, приезжает очень много семей, они прямо здесь у копешек располагаются, сидят, слушают, наслаждаются этой удивительной красотой. Сцены не успевают отдохнуть, один за другим на нее выходят самые разные фольклорные коллективы. Зрителей около 5000, и это при том, что с утра идет дождь. Но погода никого не пугает. Шанс оторваться по полной не упускает и Настя Носкова. Здесь она вместе со всей семьей, приезжают сюда уже в 9-й раз. Кажется, что музыка-то совсем не молодежная, но атмосфера по-настоящему затягивает. Нигде я не упускаю возможности повеселиться. Я это многонациональный фестиваль. Мы должны это почитать, должны уважать это и наблюдать за этим, следить. Здесь поют романсы, танцуют, в общем, показывают все, чем так славится народное творчество. Для каждого из участников главная задача – передать атмосферу своей страны или региона. А вот и звезды эстрады, современные прошлых лет. Легенда 70-х Бисер Киров исполняет песни на стихи Владимира Исаичева о Сартакове и о родной Болгарии. Болгария, страна добра и солнца, мы помним наши встречи сквозь года. Самодеятельность – это красота души, это люди, которые теряют свое время в имени искусства. И я думаю, что часто в самодеятельности точнее дотрагивается до тех волшебных небесных радостей, чем в профессионализме. Я поэтому очень радуюсь и горжусь всеми, которые занимаются фольклором. И это не единственное авторитетное мнение на фестивале. Исполнительница романсов Лидия Небаба признается, что все на уровне, а профессионалов точно не обманешь. Это дает надежду за возрождение народного, за возрождение хорошей песни, за возрождение песни, которая трогает сердца, которая будет мысли добрые, которая дает надежду на жизнь. В Сартакове становится по-настоящему жарко, когда за барабаны берутся студенты РУДН. Парни из Кот-д'Ивуара начинают с национальной музыки, продолжают танцами. Некоторые гости не выдерживают, вырываются на сцену. А затем и сами исполнители идут в толпу, публика в восторге. Жаркие парни разогрели публику перед выступлением поп-дивы из Украины. В этом году хедлайнер фестиваля Таисия Повалий. Кажется, этот «Хрустальный ключ» 2013 уже открыл все таланты. Так что же устроить в 2014 году? Тогда фестиваль отметит свой первый десятилетний юбилей. Все детали предстоящего держат в строгой тайне. Но точно будут и звезды, и веселье. Антон Ганин, Алексей Звелов. Объективно, НТВ.